160 авторшоков зафиксировано после мощного землетрясения в Эгейском море. Об этом сообщают в Сейсмологическом институте Турции. Напомню, подземные толчки магнитудой 6,7 в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16 километрах от греческого острова Кос, который также популярен среди туристов. Сообщается о двух погибших и 120 пострадавших на острове и около 80 в Бодруме. При этом большая часть травм получены при падениях и в тот момент, когда жители пытались покинуть свои дома. МИД Казахстана проверяет информацию, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны. И пока таких сведений не поступало, сообщил официальный представитель ведомства Ануар Жайнаков. Между тем, СМИ передают о многочисленных повреждениях на острове Кос. Основной удар пришелся по историческим зданиям и жилым домам. Многие туристы были вынуждены ночевать на улице. В ликвидации последствий землетрясения уже предложила свою помощь Еврокомиссия. В отеле было очень шумно, истерика, крики. Мы проверили соседей по комнате, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Все мои коллеги еще оставались в номерах. Через некоторое время мы вышли наружу. В этот момент ко мне позвонил мой начальник. Он рекомендовал нам оставаться на улице, так как толчки могут повториться. Даже сейчас, когда я записываю свои комментарии, здесь ощущаются небольшие подземные толчки. Бутылки, которые лежат передо мной, пошатываются.